совещания были необычные, нетипичные, потому что в этом изоляторе временного содержания города, села Карабудахкен практически никогда не бывает женщин. Как мне сказали охранники, последний раз там женщина была 2 года назад. Поэтому, посадить меня в одну камеру с мужчинами невозможно, поэтому мне дали отдельную камеру. С одной стороны, это, в общем, некоторая возможность побыть наедине с собой, но с другой стороны, 5 суток наедине с собой – это очень тяжело. Друзья и знакомые не знали, где я, и не могли мне принести, передать. Вот. Не было совсем-совсем никакой еды, кроме вот этой каши. Обращались со мной охранники неплохо. Испытывали ко мне сочувствие. Вот. А в первый день охранник даже купил мне сам раствор для линз, пачку сигарет. Вот. Потому что, опять же, никто не мог меня найти и это передать.